«Дивный мир страстей и жизни». Под таким названием в Национальном музее открылась выставка. Приурочена она сразу к трем событиям – столетию республики, 110 годам Национального музея и ко дню театра. Тема – балет, пуанты, пачки, необычные украшения – весь зал пропитан его эстетикой. Экспонаты предоставлены как фондом музея, так и частными коллекциями. В первую очередь это сценические костюмы знаменитых балерин Коми. В их число входят Ольга Коханчук, Инна Чуистова и Валентина Летова. Главная задача выставки – дать зрителям прикоснуться к искусству танца. Данная выставка погружает зрителя в удивительный и прекрасный мир балета. Через предметный ряд выставки мы хотели именно отразить историю становления балетного искусства в нашем Коми-крае. Сценические костюмы предоставил фонд Национального музея. Многие совсем простые, самодельные, их создавали сами примы-балерины. Также на выставке представлены картины московских фотохудожников Алисы Аслановой и Александра Панкова, которые показывают зрителям современный балет. На витринах небольшая часть коллекции антикварных статуэток балерин Галины Ширяевой. Выставка продлится до 25 апреля.